Так, здорово всем. Давно мы с вами не виделись. Так, сейчас я звук у себя проверю. Скажите заодно, чё, как. А, ну вроде ничего так. Бодренький у меня голос, как-то не банально. Ладно, так. По плану следующая крупная моделька, наверное, начнется на днях. Будем ее стримить. Тема будет незаезженная. На самом деле вообще такую не видел на стоках. Поэтому не буду ее рассказывать. А не то вдруг сплагиатите. Гады такие, я же вас знаю. Созвон, да. Да, всем привет еще. Сразу 22 человека набежало. Так, ну что, в общем, сегодня вопросики по большей части. Ну и кому надо, фидбэк. И можете для рекламы работы кидать. Скажем так, круг лиц, которые тут присутствуют и будут потом пересматривать, вас полайкают, я думаю. В основном это касается стоков. Там я посмотрел, в группе уже накидали на работ. Несколько учеников даже свои работы выкинули. Приятно. Так, ладненько, хватит болтать. Ну, на самом деле ничего такого прям мега крутого не будет. Будем вот этого таракана красть. Слезно просили показать, каким образом получилось вот это вот все. Ну, давайте вкратце. Накрываем новую сцену. Рисовать по модели. Выбираем модель. В данном случае у меня сохранен в общем мой персонаж вот отсюда вот. Я разбил его на группы, каждый элемент. Можно всем группам присвоить правой клавишей мышки новый материал, какой-нибудь blind. Если вдруг не разбивается это все. Дальше подгружается это все в 3D код. Открывается. Здесь устанавливаем название. Здесь разрешение текстурных карт. Ну там 4, 8, 16. Кто не боится за комп и нервы. Давайте на двушке, чтобы быстрее загружалось. Ну тут галки ставить не нужно. Все остальные параметры, если в Maya настроены, сглаживание и прочее, здесь тоже ставить не нужно. Вот, появляется такая вот кракозябра. Справа мы видим, что элементы разбиваются. Если вдруг их надо покрасить, то видите, они все подгружаются. То есть любой можно в любой момент отключить и с ним конкретно поработать. Вот, ну нам сейчас не нужно. Мы сейчас все, собственно, включаем, видим. Дальше делаем текстуры, импорт и загружаем те три карты, которые мы изначально запекли. Ambient Occlusion, кривизна, курватур и нормалька. Ну, их обычно и запекают. Если вы в ZBrush свою модельку покрасили, то можете подгрузить текстуры и ну, блеск. Не знаю, ну, не помню, чтобы в ZBrush можно было этот блеск покрасить. Вот. И если такой момент, что если вам, у вас карта Gloss вместо карты Roughness, то есть вот здесь вот не шероховатость, а блеск должна быть карта. Вам нужно зайти вот сюда в процесс экспорта и вот здесь вот просто пресет переключить на блеск. И тогда у вас вот здесь вот будет при импорте, видите, текстура блеска и спекуляр. Это я слез. Не, кстати, не только ты. Там после тебя еще несколько человек почему-то. Я не знаю, что это вас всех переклинило. Но неважно. Вот, и да, карты эти подгружаем в этом пресете, допустим, шероховатости, импорт, внешний Ambient Occlusion, ну и, соответственно, раз карту кидаем. А здесь у меня DirectX запущен от DirectX, поэтому я инвертирую или... Короче, надо потренировать, потестить, да, какой у вас, от чего 3D Code может от DirectX запускаться, от OpenGL. В зависимости от этого, вот эти карты, они будут перевернуты. То есть, ну, как бы это будет видно на нормальке. К примеру, дальше мы загружаем кривизну. Кривизна у нас влияет на покраску сложными материалами. Видел бомбеж на видео, где чувак говорит, что ничего не зарабатывает на стоках. Нет, не видел. Но таких много на самом деле. Вернись назад и объясни, откуда у тебя уже хайку показывает в коте. Как я тебе говорю, вот я тебе прям по порядку делаю, как это все в коте получается.
Дальше я подгружаю кривизну, а дальше я подгружаю карту нормальной. И вот у меня показывает сейчас будет хай-поле. Это на самом деле лоу-поле, только с запеченными деталями. Это не хай-поле. Если мы сейчас отключим normal map и ambient occlusion, она голенькая, вон какая будет. Если включим нормальку, то у нас все детальки пропечатаются сразу же. А ambient occlusion их усилит. И впоследствии ambient occlusion можно будет запечь в Albedo, либо соединить через Photoshop для усиления детализации. На самом деле, если видео пересмотришь, прямо вот сначала, как я начал объяснять, тут все просто. Ты закидываешь модель, и ящичок не добавить можно. Добавляешь дополнительный объект, и точно так же на них подгружаешь все три текстуры. Все. Дальше, после этого, настраиваем мостик в Marmoset. Ну, здесь свет, тень. Давайте для, ну, чтобы не тормозило, убавим на максимум все эффекты. Вот, и за компанию, да, здесь статическая модель, и за компанию я еще в движении, в общем, закинул, ну, чтобы видеть, да. В движухе всегда красивее смотрится, можно посмотреть. То есть, если в статике, там, допустим, ее полностью черным покрасить цветом, то в статике она будет прям вообще как клякса смотреться. Но в движении это все будет своеобразно поблескивать и прочее. И, короче, это, ну, совсем разные вещи в движении. Крутой же чар, да, на самом деле, ну как крутой, блин, я его за день сделал, честно говоря, тяп-ляп. Я сейчас хочу попробовать собрать всех жуков вместе и из них пособирать других жуков. Такой, типа, это конструктор. У меня их просто уже штук 10, этих жуков. И вроде они как все разные, там, по конечностям, по прочим. Я вот сейчас хочу реально попробовать. Просто если получится, то останется только для них анимации делать. Сидеть, да и все. Ну и перекрасть, раз и зерну. Ну да. Так, ну ладненько, в общем. Честно, идей вообще пока нет никаких. Вообще никаких. Но обычно основное это... За день это будет спидранишь зебру. Ну да, ну в теории такая ж крокозябра, ну, дня за два, за три делается. Это очень круто, но если их прям много делать подряд, то тоже перегореть можно. Андрей, ты сначала анимацию делаешь, потом красишь. Почему так? Я делаю параллельно, я не сначала. Просто на работе я делаю анимацию, потому что там комп слабенький. А дома крашу. И на работе, чтобы дурака не валять. Ну, то есть, чтобы заниматься, кроме основной работы, еще и чем-то полезным. Вот, я параллельно там анимацию делаю. То есть, оно просто получилось, что я вот сейчас 2 дня на работе был и успел сделать все анимации для этого жука. А покрасить его еще не успел. Вот. Так. Ты занимаешься хардсерфейсом или только стилизованными персами? Не, хардсерфейс я ни разу не тестил, но я думаю, что я как-то универсален на самом деле. Маша, ты хочешь, чтобы я это показал, или ты мне чисто кидаешь на этот... На зацени. Ладно, давайте пока... Ну, смотрите. По идее, да, 4 цвета я обычно делаю. Белый... Зеленый, черный какой-то и красный или синий. Ребенок тебе, ну я посмотрю, ладно, после стрима тогда. Вот. А если, ну ребенок попросил вместо красного вот раз синий сделать. Ну, синий я уже, по-моему, делал на скорпионе, а красного я не делал. Вот, ну и база почти у всех жуков, если мы посмотрим, они на самом деле все черные и блестящие. А уже дальше пошло поверху, ну как у акулы по сути. Я говорю, раскраска акулы это оптимально, который почти всем существам подходит. Поэтому делаем следующее. Вначале мы, ну, такую прикидку по цветам делаем. Первый такой раскрас. Заполняем все это какой-нибудь блестяшкой. Можно материалом, можно просто цветом, допустим. Берем черный, ну, не самый яркий черный. Обычно берется, ну, какой-то вот
в этих пределах. То есть не самый я, не самый светлый, не самый темный. В общем, ну, таких цветов просто в природе не бывает. По сути. Вот, так. Ну и давайте погнали. Ставим черный. Нормалькой мы не рисуем. Прозрачность будет максимальная. Вот, а вот это вот блеск у нас. Давайте поставим блеск на, ну, почти на минимум, но не самый минимум. Почему? Мы сейчас сделаем у него вот эту всю текстурку градация, то есть впадины будут меньше блестеть, выступы больше. Поэтому изначально, да, вот эти 30 мы ставить не будем. Так, ну и погнали. Слой, заполнить весь слой. Андрей знал, что один из хозяев ArtStation наш чувак из Ульяновска. Не, не знал, а как бы, знаешь, это... То меня периодически спрашивают, а кто там это из крутых художников кумира? Я вообще никого не знаю. Я знаю только Гроссетти, и то из-за того, что он постоянно везде его фамилия мелькает. А так вот представить его работы, по-моему, для God of War он что-то делал, да? И вот эти вот Булгаров со своими, как это, садо-мазо рыцарями. Потом кто там? Оля Ануфриева, по-моему, да, это который няш клепит. Мария, фамилию не помню, которая скульптит вроде неплохо, и все. То есть, а вот владелец ArtStation мне вообще... Объясни, пожалуйста, много объектов, но у тебя один слой нормал карты, как так? Потому что на нем он весь один на одном UV. Поэтому для него одна нормалька, и, ну, то есть одна карта идет. Если ты несколько объектов в сцену подгружаешь с разными UV, у тебя несколько карт будет. Мария Панфилова, ну да. Так, ну что, вот черный. И дальше делаем следующее. Дальше ставим рисовать по низинам. Фигачим шероховатость почти на максимум. И можем посмотреть даже. Видите, вроде бы ничего особо не поменялось, но если присмотреться, то вот в этих местах шероховатость стала побольше, видите, и она не так сильно отражается. То есть получается, знаете, такой эффект небольшой грязи. Андрей, Андрюх, привет, не подскажешь, какой вид лицензии используешь в Unity? По-моему, стандарт там какой-то, самый вообще бесплатный, короче, который позволяет с ней работать, но, ну, то есть то, что позволяет, в общем, модели туда грузить. Я не помню, как она. Не стандарт, по-моему, обычный, там, самый первый. Вот. Смотри, что делаем. Прибавляем на максимум, но убавляем прозрачность. Заливаем. Вот, дальше делаем прозрачность посильнее, но убавляем степень. Но есть организация личная. А зачем тебе организация? Ты же не организация. Я не помню, они, по-моему, функционалом-то не отличаются. Отличаются уровнем поддержки, по-моему, насколько я помню. Так, и теперь рисуем по возвышенностям, но ставим чуть посветлее. И вот здесь вот надо знать, да, допустим, первый скин хочется под черную вдову зафигачить. Кто не в курсе, такой паук черный, яркий, с ярко-красным то ли черепом, то ли чем-то на спине. Ну, продаешь же модели, и чё? Лично вполне подходит. Ты их продаешь, но там, я говорю еще раз, функционал, по-моему, играет роль. Ты функционалом-то никаким не пользуешься, чтобы модельку свою выставить. Давайте немножечко красноватым его сделаем. Вот, и, соответственно... И шероховатость ставим прям в ноль. То есть на этих местах это будет максимальный блеск такой. Прям, ну, даже не особо видно, но я думаю, он будет такой вот отражаться. Ну чё.
Так, и дальше делаем что? Дальше экспортируем, чтобы посмотреть, что получается в реале. То есть не то, что тут в фиговом рендере. Кстати, по-моему, где-то уже видос видел с 3D Code 2021 версия. Надо обновиться. Правда, там они кучу ярлычков, значков поменяли. Вообще ни хрена не понятно. Суть по видео. Придется заново, наверное, привыкать. Ну, вроде неплохие фишки в ретопологии добавили, наподобие вот этих, которые топоган там достраивает сетку. Ну, вот это вот, я так думаю, это уже по только ленивый себя не сделал. Вот, они знают, что при покраске там у них. Ну, что, смотрим, да? Вот. Смотрите, на самом деле уже, как бы, да, вроде темно, но вот уже на нормального жука все равно похоже. То есть для кого-то этот скин уже будет неплох, я так скажу, потому что, ну, обычный жук. Если в природе посмотрим, да, таких вот гадов дофига. Вот, но они, наверное, все, ну, все-таки как-то надо, наверное, разделять. Так, следующая задача будет, почему не PolySubstance Painter Designer? Потому что в свое время, когда начинал, у меня сильно тормозило, я в итоге к коду-то привык, а к Substance надо перепривыкать. Хотя я смотрю, какое дикое количество классных материалов продается на ArtStation, и что-то вот у меня материалы просто на весы падают, и весы потихонечку в сторону Substance перевешивают. Короче, это мутант для гнома твоего. Привет, что пилишь? Да вот это вот насекомое. Решил такой, знаете, как это, гном просто достал. Под конец последний скин пришлось переделывать практически с середины запекания карты из-за того, что швы похерились. Блин. Это был такой вообще трындец. А, сейчас, секунду, прям заглушку поставлю на секундочку. Последний скинец, он мне прям, я его уже в движке когда закидывал, гляжу, швы, короче, везде торчат. Понял, что запек неправильно, пришлось перезапекать, все перекрашивать частично. А это, знаете, как когда уже сидишь и думаешь, вот все, через час я его выложу там. Как раз, кстати, ну, Черная пятница была. Вот, и я думаю, сейчас я выложу прям вот прям четенько, и там, как это, ну, лайков, ну, не лайки, а в топ упадет, там, на нее начнут крикать, там, переходы и все прочее. Вот, и в итоге, блин, ну, это, короче, взял это и обломался, в общем. Пришлось реально переделывать все. Так неприятно было, вообще, капец. Ну, да, поэтому надо отдохнуть от этого гнома. Так, сейчас, секунду. Так, сейчас отвечу просто на вопрос. Погнали дальше. Substance легкий для изучения, там пару дней хватит. Ну да, он легкий, но там просто немножко перестраивать придется свое мышление, скажем так. Потому что там, вот здесь я, допустим, маски не использую, там ни ID-карты, ни маски. В Substance на этом строится вообще, собственно, вся покраска практически. Не, я, конечно, понимаю, можно в самом Substance это сделать. Ну, вот эту всю покраску, там, ID-карты и прочее. Вот. Но, блин, просто, ну, вот именно вот эта вот перестройка на новые эти лыжи, как бы, не очень. Так, блин, надо
подумать, что куда сюда зафигачить там, чтобы красивее это было. Ты, наверное, про интерфейс говоришь только. Ну и про интерфейс, про прочие моменты. Можно ли объединить в Photoshop и Normal карту, если они уже разбиты на объекты? Ну да, можно. По-моему, прям буквально недавно, вчера или позавчера, Всеволод Витязь на канале, поищите, выложил, как объединять. Ну там через мультипли или через этот. Или через перекрытие нужно посмотреть в Photoshop. Просто слоем выше кидаешь и ставишь режим смешивания. Привет, Андрей. Если будет время, заценишь модель, я тебе на ArtStation скину. Интересное твое мнение. У меня вопрос по швам. С кого-то запекаю текстуру, и шоу видно, как его убрать. В коте периодически видно швы, но это не значит, что их будет видно на финальной модели. Если же у тебя и после кого-то шов, то с огромной долей вероятности он у тебя появился не когда ты в коуте работал, а когда ты запекал в Мармасете или где-то там запекал. Вот. Он скорее всего оттуда, а не из коута. Швы обычно после Substance Paint получаются, а не после коута. Так, включаем симметрию, горячая клавиша S. Так, ну и что, давайте попробуем вот эти все части поподкрасить. Пока по вершинам красим. А здесь оверлап режим у ювишки, поэтому лапа одна красится, да, скрасятся все остальные, ну, по большей степени. Ну, частично, да, по-моему, а, ну, тут тоже все, да, красятся. Так, проходимся дальше. В движок поставил, видно. Что, в каком, смотря, движке? Если в Unity видно, это совсем печально. Если в Unreal, то там нужно дважды кликнуть на меш. Ну, это на стримах уже говорил. Вот, дважды кликнуть на меш и там галочку поставить. Типа использовать какие-то там нормальные UV-шки свои собственные, а не то, что там Unreal это при экспорте создает. И тогда швы частично убираются. Привет, с чего лучше начинать новичкам? А что именно начинать? Карьеру в 3D? Ну, тут много, можно, ну, как бы споров-то дофига идет. Я считаю, что надо какой-то там объект сделать, да. Многие говорят, что, ну, вернее, объект сложный, состоящий из нескольких, да. Ну, в данном случае я персонажей делаю, поэтому рекомендую перса сделать. Вот, кто-то говорит, что надо с простеньких ассетов начинать. Ну, факт в том, что по сути персонаж любой это и есть набор ассетов, ну, образно говоря. То есть, если его рассматривать как просто набор из кучи ассетов, то ты по сути в персонаже делаешь просто набор ассетов. Поэтому, ну, тут с чего начинать, не знаю. Ну, обычно с чего-то простого начинает. Прям совсем простого. Если в Unity видно швы, тогда да, у тебя что-то там с картами не так. Точнее, с запеканием, скорее всего. На этапе запекания у тебя, скорее всего, с группами сглаживания какая-то беда была. И поэтому у тебя так получилось. Вообще, смотри, ну вот по моей практике, да, и вообще, ну как вообще, кто любой бы человек сделал, просто кто шарит. Ты запекаешь карты, или вот у тебя запеклись карты, вот эти нормалька, курватур и... Ну, тот же самый, там, допустим, Ambient Occlusion, да? Вот. И ты их только подгружаешь в движок вместе со своим персонажем и смотришь. Если при подгрузке только с ними у тебя проблем нету швов,
значит, проблема уже на этапе покраски. То есть ты что-то там не так сделал. Либо подгрузил не так, либо еще что-то. Вот, но если же у тебя швы видны даже вот на этих картах, то значит 100% у тебя этот, ну, беда с этими. Вот тут вот видишь тоже, да, как бы какой-то шов. Но этот шов, он не из-за того, что там запечатлено неправильно. Я, видимо, на хайпольке его не потер. Модель от симметрию сделал, а потереть не потер. Из-за этого, в общем, такая херня получилась. Персонажа делает, ну или какой из твоих видео посоветуешь? Но они все, в принципе, одинаковые. Если не присматриваться к некоторым подробностям, там, которые уже, как бы, ну, чем новее, тем какие-то фишки более новые применяю. Но в целом любое видео подойдет, где более-менее крашу, да, крашу мышкой. У меня есть планшетник Cintiq. Но там я его поиспользую, вот реально чисто там, когда вот прям совсем какие-то тонкости надо сделать. Потому что факт в том, что я все время раньше рисовал векторные картинки, вот, и рисовал их исключительно мышкой. То есть вот у меня вот есть эти такие вот штуки. Ну вот такие вот я раньше рисовал картиночки и рисовал их исключительно мышкой, в общем. Вот, и настолько привык, что для меня там идеально ровную линию провести мышкой, это, ну, практически не проблема, то есть со второго или с третьего раза точно. Вот, а стилус, он в основном степень нажатия дает. Ну, единственное его отличие, вот если ты мышкой хорошо рулишь, то прямые, и прямые линиями там и прочее ей хорошо рисуешь, то вот только я вот из-за этого, да, стилус он, вот из-за силы нажатия. А так вот я мышкой не намного хуже. Ну и плюс здесь ко всему точность не нужна. Я вот сейчас вот крашу, да, ну а что тут? Я просто цвета набрасываю. И этого хватит почти до... Да не почти, а хватит, чтобы вообще всего персонажа покрасить. Это же PBR, не хендпейнт. Я тут не вывожу никаких таких мега штук. Я просто, как вот сейчас, как дизайнер, да, вот кручу и смотрю, где накидать. На таких картинках тоже можно заработать. Ну вот до того, как я 3D стоками начал заниматься, я 2D стоками занимался. Да, зарабатывает. Ну, знаете как, кто вот сейчас у меня векторную графику проходит на курсе, я советую все равно на 3D упирать. Потому что, вот, ну, приблизительно разница, да, вот 2D и 3D. Если смотреть градацию заработка, то где-то 3D в 100 раз больше заработок, в 100 раз. То есть тут уж, да, как бы даже можно быть эпически тупым чуваком, но градацию заработка в 100 раз уже можно понять, что лучше. Вот. И на данном этапе 3D он пока, как это сказать, это... Ну, короче, смысл такой, в 2D стоках, чё фигово, тебе можно это, ноль. Нет, в 3D стоках, чё классно, там, как бы вам это ни казалось, там нету конкуренции сейчас вообще. То есть, чтобы там была конкуренция, это вот вам нужно, чтобы, ну, я просто вам на примере сейчас расскажу. Чтобы была конкуренция в 3D, это нужно, чтобы было как в 2D стоках. Знаете, как там сейчас? Вот я рисую вот этого зверюшку вот эту, да, выкладываю ее. И вот, знаете, новые, да, вот здесь вот новые иногда висят по несколько месяцев новые. Вот одна страница, на которой 120 моделей на стоке на том же, ну, на CGTrade, да, к примеру. Вот, на CGTrade вот это новые висит, ну, неделю, вот 120. Знаете, как на 2D стоках? Ты выкинул работу, и она уже на тысячной странице. В новых.
То есть, представляете, да, вот с тобой в секунду загрузили на 1000 страниц. То есть где-то 60-600 тысяч картинок. Вот вместе с тобой. И, соответственно, надежда на то, что кто-то зайдет в новый и там увидит твою модельку, да, она вообще, ну, твою картиночку. Собственно, из-за этого я и начал на 3D-стоке потихоньку перебираться. То есть вот эта конкуренция, то, что вам кажется, что вы там не конкуренты, там, ну, мне, к примеру, да, или там, ну, блин, вы что? У вас времени еще вагон все это наверстать. А вот на 2D-стоках уже все, хана и, в общем, ничего не будет. Там уже начали бороться с этими. Ну, знаете, там в основном, что из-за чего такое? Эти загружают простые фоны. Ну, тут какие-то, да, там. А в простые фоны научились генерировать с помощью нейросетей в свое время. И то есть нейронка, да, там, хорошо настроенная, она из, там, из одной, образно говоря, шахматной доски, там, да, делает, там, 350 видов. Вот, они все как бы разные, да, там, с небольшими отличиями, ну, как разные. Почти все одинаковые, но есть отличия. И факт в том, что, да, и вот, представляете, вот и загружается это все с помощью специальной проги, которая, там, на 1000 картинок, да, заполнил одно описание, она всем 1000 присвоит. Ну и, в общем, да, вот такого в 3D, я думаю, будет не, ну, просто не скоро. Потому что тяжело сделать. Даже из какого-то там, вытащив ДАЗа или еще чего-то, все равно придется посидеть. Не получится такого вот прям. И поэтому, да, в данном случае 3D пока еще конкурентоспособный рынок. Ну, на самом деле, и плюс сейчас еще, ну, как это говорят там, да, на Ютубе. Сейчас уже нереально запрыгнуть куда-то, если нету там хайповой какой-то темы, да. Ну, в 3D также. Сейчас еще пока реально запрыгнуть. Вот. Это, видите, как я развернул вопрос о том, как, что мышкой я рисую или этим. Или стилусом. Ушло так как, а? Как оно? Искусственный интеллект на коде, он фигачит картинки. Слушай, ну, честно говоря, была такая мечта, там, знаете, как у всех это, кто вообще не шарит, что типа это, найти где-то искусственный интеллект, там, натренировать его, и чтобы он за тебя там, короче, там, модельки фигачил. Ну, да, слушая спецов, ты понимаешь, что это, блядь, немножко не так работает. Но в целом, я думаю, такая фигня скоро будет. Ну, я думаю, вот эти всякие ретопологии, да, там, уже за ремешеры, в принципе, хорошо все делают. А если будет еще что-то обучаемое, то там прям, я думаю, вообще прям будет совсем неплохо. Вот. Так, сейчас мы, собственно, какие-то элементики выделяем поярче. Чего такое? Осьминожка. Это? Угу. А, ты мне хочешь осьминожку дать погрызть? Ждешь Unreal 5. Не, вообще, ну, абсолютно равнодушен. На. Спасибо. Ну, не запихивай, у него рот, дай посмакую. Та! А! А, у меня еще есть папа. Палочки? Давай. Как настроить мост? Нажимаешь файл. Экспортировать. Настраиваешь текстуры, которые тебе надо. Папку куда? Нажимаешь ОК. Тогда уж что выявил алгоритм для торговли на бирже автоматический. Ну да, это говорят еще сложнее, чем научить его модельки делать. Мне кажется, для того, чтобы алгоритм на бирже знать, это нужно, чтобы этот бот шерстил все новости, умел выбирать те, которые влияют на это. И уже на основании этого он что-то мог сделать. А так это будет лотерея, он сольется, мне кажется, очень быстро. Вот, дальше загружаешь мармасет. И сюда перетаскиваешь, ну, карты, которые у тебя в текстуры появились. Вот сюда, они в текстурах у тебя появились, карты, и спокойненько их перетаскиваешь в нужные те слоты.
лопатки, а ну и смелочку палочку. Так, ну, кстати, вроде ничего. Так, теперь давайте ему его сплагиатим с черной вдовы. Не с той, которая в обтягивающих штанах бегает. А с очень злостного и опасного паука. Отдельный слой сделаем. Назовем его тату. И зайдем в маски. Предварительно можно найти где-то черепушку какую-нибудь. Ну вот, наподобие, наверное, вот такой вот. Зафигачим ее сюда. Ну, в режим симметрии включен. Полностью рисовать. Ставим обрывистый материал, чтобы он не так прям сильно был, выделялся. Хотя все равно будет, наверное. Так, временно отключим, смотрим. Вроде не так уж и видно, да, но на самом деле, если мы отключим все цвета, то выглядит будет вот так. Ну, то есть это у нас только альбедо. Вот. А следующим пунктом, да, нам нужно будет вот эту всю штуку сделать, ну, скомбинировать, да, то есть... Да, возможно, я уже не помню, или ты сам рисовал, или откуда-то взял. Ну, так представим, что это товарный знак чей-то, да, там нельзя это использовать. Вот, наша задача с вами немножко подправить. Я вот не люблю такие добрые черепа, я люблю что-нибудь вот такое вот, к примеру. Даже еще можно позлее, то есть надбровные дуги там. Да, только давайте-ка не прямой кисточкой, а нарисуем вот такую же вот. Вот, дальше носик чуть поострее ему. Вот, а вот эти части удалим стерочкой. Ну, также можно и на обычных других каких-то персонажах рисовать. То есть, это можно в фотошопе накомбинировать, да, а можно прямо здесь. К примеру, следующим берем зубы. Приблизительно подгоняем их, да, их можно там... как-то вытянуть вот так вот. И ну так далее. То есть вариантов множество на самом деле. Вот, вот так вот сделать. И просто позаливать. А, только не стерочка. Переключаемся на обычную кисточку. Ну вот как-то так, да. Там смотрим. Вот. Череп искарателя. Ну череп искарателя это настолько узнаваемая херня, что там... даже переделать не получится. Ну, а такой вот можно. Покидаем немножечко грязи. Так, симметрию отключим. Асимметрия всегда хорошо смотрится. Ну и как-то вот. Да. Это же все-таки типа... Хорошо, включаем отображение пятерочкой, чтобы все было видно. Ну, череп, ну, странно выглядит. Ну, так не, ну, на, кстати, на многих насекомых есть такой череп. Он визуально, кстати, смотрится как череп. Я вот не помню, на вдове, по-моему, точно есть или на ней. Сейчас, ну-ка. Вот, серьезно, наберу черная вдова и выскочит Скарлетт Йоханссон, нет? Хотя она мне нахрен тут не нужна, мне нужен здоровый паук. Блять, уроды. Во, а, ну у него не череп, у него просто как это на вдове там узор красные пятнышки, ну да, да. Да, шикарная херня, супер ядовитая, убивает все в округе. Ой, короче. Ой, Скарлетт, все, теперь стрим забанен, блядь, из-за нее. Какой-нибудь товарный знак наверняка нарушил, пока ее показал. Так, что там? Давайте прогоним бусики.
Так. Так это же для игры череп вполне нормально. Сеть обозначить опасность визуальной. Убил такого около мусорного ведра у себя давно. Да это жесть, чувак, тебе бежать надо из квартиры. Там обычно, когда такого находят, люди там, ну это же он смертелен же. Если у взрослого человека, по-моему, есть какой-то прям небольшой шанс копыта, то дети-то вообще от него умирают мгновенно, и животные. Там токсина хватаешь за секунду, по-моему, копыта отбросить. Так, и вот теперь очень немаловажный факт. Вот это вот типа жало и шипы вот эти. Как-то получше обозначить. И вот прям совсем их светлыми делать не хочется. Красными? Ну, давай попробуем. Красными попробуем. Какой город? Напишем Путину, пусть в Тополе. Да. Не, я помню, что вот в Крыму там у родственников у них эти тарантул живут. И да, там как бы периодически их кусают. Ну, от него там, да, температура может подняться, но в целом он как бы не особо прям смертелен, с их слов. Вот там у них гадюки более опасные. Вот, но вот эта вот хрень, я так понимаю, она прям серьезно опасная. Тоже без шуток. Так, если что, горячая клавиша F, центрироваться на том месте, вокруг которого хотите, чтобы вращение было. Ну, кстати, это почти везде так. Вот. Если меня когда-нибудь укусит паук, я обделаюсь в штаны, ужасно боюсь. Радуйся, если после того, как он тебя укусит, ты еще сможешь обделаться. Это прям, знаешь, как это можно будет потом свечку поставить там. Особенно если ты где-нибудь в южной какой-нибудь Латинской Америке паук в джунглях укусит. Там, я так думаю, такие твари живут, для которые только в фантастических этих фильмах можно увидеть, и то не факт. Он очень опасный, на себе знаю. Ты про кого? Про вдову или про тарантула? Давайте определимся, о какой твари опасной для человека мы говорим в этот раз. Так, ну, в целом, кстати, вот, наверное, вот этого бы даже хватило для определенных категорий покупателей. С того света. Глаза либо блестящим черным, либо блестящим красным пробую сделать. Я хотел попробовать горящими их сделать. Но сейчас нужно слой создать, кстати, да, проверить, как это будет выглядеть. Создаем слой, пишем, что это эмиссия. Эмиссионка. Так, и давайте выберем какой-то такой чуть-чуть более ярко-красный. И прям вот так вот. И поставим сюда. Раз клик, два клик, три, четыре. Вот, и в центре сделаем прям совсем такой вот. Ну, не прям не ярко-красный, я говорил, с цветами не утрирующими, не пользуйтесь. Very nice looking модель. Ну, начинается опять, иностранец забрел. Вот так. И поставим вот еще потихонечку вот такие вот штучки. Не знаю, надо ли это, нет. Ну, давайте просто экспортируем. Посмотрим, что получается. Что, меня тут в игре-то не убили меня?
Так, экспортируется пока. Сейчас чутка еще порисуем. Ну, так вот, прогоним сейчас. И пройдемся по ВК, по трейду. Так, все, экспортировали. Закрываю, открываем Marmoset. Так, ну давайте подгрузим в эмиссию дополнительную карту, вот эту эмиссионку. Блин, я слой забыл сделать. Слой эмиссив сделал, а то, что он использует в качестве эмиссионного, я забыл. Давайте еще раз экспортнем. Кстати, твой оборотень засветился в руне 2. Да? Видос есть какой-то странный, блин. Потому что мне тут в последнее время кидали из Вуконга, блин, белого волка. Который, честно говоря, реально очень, очень похож и по лапам, и по морде. Но мы его. Вот. И если там еще, может, бабла даже можно срубить, что мало, конечно, вероятно. По ихнему законодательству, но... Руна же, она, по-моему, вообще не выстрелила или нет? Или она же даже не вышла? Андрей, в 3D-коде есть аналог эмиссион. Может, глаза горящими сделать? Ну, вот я сейчас сделал эмиссион и глаза горящие. Вон, видишь, они? И если в темноте, да, мы если мы сейчас свет вырубим... Да, слился эта руна. Ну вот фигово. Так, теперь нужно сделать следующее. Нужно попробовать как-то еще разграничить все элементы. То есть, ну, скажем так, банально это вроде неплохо выглядит для стандартного насекомого. Особенно если мы сейчас ему вот мощностей прибавим. Чтобы он такой вот четенький был. Ну, сразу тормозить начал. Вот. Вот, но я думаю, что нужно ему сейчас какие-то сочленения и чуть-чуть порисовать, повысветлять некоторые части, сделать, скажем так, отделить немножечко их одни от другого, чтобы не так все сливалось. Вот, давайте переходим в код. Да, но самое что прикольное в этих горящих глазах, это всего лишь карта. Ее в любой момент можно просто не подгрузить, и все, они не будут гореть. То есть, знаете, не все любят, на самом деле, вот эту горящую штуку. Вот, кто-то не очень-то особо ее... Так, ну чего? Давайте лапки сделаем чуть посветлее. Для этого мы их найдем вначале. Вот они. Давайте нижнюю или верхнюю. Давайте нижнюю часть. Горячая клавиша V, галка. Она цвет берет пипетка. Аналог фотошопа. Вот. И здесь вот сделаем что-нибудь такое вот прям чуть-чуть посветлее. С нижней части. Переворачиваем. Чтобы не блестело ничего, можем двойку нажать. Ой-ой-ой. Они ж черные. Блин, ну в теории, да, можно, конечно, изменить задний фон. Чтобы их видно было. Но мне на черном фоне просто больше нравится рисовать. Дальше ставим пятна. И только пятна с прыгающей основой. Вот так вот. И через шифтик пройдемся, сгладим.
Пока ведь можно тон светлее кинуть, чтобы выделить детализаты, чтобы не сливались детали. Да, ну, все как бы с этим. Не слишком коричневый, как-то дебильно смотрится. Давайте попробуем что-то более прям серое, что ли. Так. Ну и попробуем чуть-чуть это сгладить, чтобы они не так сильно эти пятна выделялись. Как дочка Аня Панченко, 6 класс, город улица Николая, 36, взрослый гимназия, Андрей Нестучева. Да. Сейчас используя соцсети, можно это кого угодно найти. Нормально. Дурака валяет, правда. Так, ну вот не уверен я, что это хорошая идея, но сейчас если что сможем удалить. Какая-то мания прозвучала, я если что заскринил. Да ладно, у нас маньяков-то, по-моему, может еще лет не было, все вымерли. Все рубятся в Call of Duty и в этот, в Доку 2. Все, маньяк, можно из дома не выходить, чтобы убивать людей. Даже уже в вере можно будет это делать. Уже можно. Так что останется только перчатки купить какие-нибудь. И прям вся душа маньяка может развернуться на полную катушку. Не выходя из дома. Так, покавите. Ну, покавите, да, сделаем чуть попозже. Да, кстати, кавите можно накинуть не только с этим. Ну, здесь. Но можно еще и альтернативно на карте, ну, в фотошопе, когда уже делать будем. Можно там что-то лишнее, что-то тут затесалось. Так, как я уже сказал, ноги частично дублируются, поэтому почему-то тут они не отдублировались. Эти, наверное, не дублируются. Так, смотрим потихонечку, что получается. Но, честно говоря, давайте пока посмотрим просто, как это будет выглядеть. Что-то как-то в коде не очень это все смотрится. Так, что у нас там в группе? Давайте посмотрим. Сообщество. У нас 562 человека уже. Так, рыцарь. Давайте пройдемся по рыцарям. В целом годно. Текстурки мягенькие. Так, ну единственное, что металл немножко не совсем похож на металл, но как стилизация вполне подойдет, я думаю.
Давайте лайкнем. Так, Екатерина Матюха. Привет, ребят, пишите лайком, если не трудно, всем творчеству. Давайте посмотрим. Ух ты, ебать, колотить. Ну, морда, блин, прям почти трипл эй. Ну, круто, конечно, так вот прям. Насчет на фоне не знаю как, но вот на черном фоне прям. Ну, из... Блин, не люблю такую кожу, которая вот прям с такими... Ну ладно, за задницу лайк. А единственное, как-то да, у тебя немножко вот, дисбалансно вот это место получилось. Тут прям красиво так все. А тут хоть чуть-чуть надо было что-нибудь добавить, чтобы не так прям провал был в пустоту. Ну это как по мне. Знаете, как я за градиент. То есть в любом месте должен быть градиент. То есть, если где-то густо, то переход должен быть не так, что прям бух и пропасть. Он должен быть плавный, и потом и так же плавно он должен к усилению деталей прибегать. Ну чё, прям порадовало, слушай. Неожиданно. Вот это прям вообще классно смотрится. Прям вот. Вот это вот прям шикардос. Еще надо было глазки осветлить. Такие вот они чуть-чуть их из-под бровей. Такой грозный взгляд. Ух. Я уже лайк поставил. Ладно. Вот, кстати, к слову о конкуренции. Вот смотрите, да? Почему вот как бы сделала или сделал модель вот человек, а смотрите у него, что всплыло в симулярных изображениях, видите? А это почти все мои модели. То есть это не так плохо, когда кто-то делает там красивые модельки, да, если ваши всплывают с симулярами там. Ты еще купи для поддержки. Не, если бы она делала части ZBrush, я бы, может, и купил. Но мне просто эта моделька ни к чему. Ну, вообще ни к чему. Ее же нельзя там использовать для чего-то. Игры я не делаю, а для этого, для моей работы она не подойдет. Ее же нельзя ни в каком виде перепродавать и так далее. Не, ну, прям годно так. Скелетика мы смотрели, нет? Ну, неплохо, да, но вот как по мне, да, они вроде неплохие, но вот что-то у них в текстурах не хватает, как по мне. Какой-то вот акцента на что-то. То есть масса такая вот она, как знаете, это еще времен, наверное, готики. Вот такие немножко смазанные текстурки и прочее. То есть как-то вот качества уже не хватает там. Более деталек, как, ну, не знаю. Так-то да, для мобилки той же прям бомбическая работа. Ну, вот. Модель крутая, конечно. Мне вот что интересно, а концепт откуда взяли? Если на стриме есть человек, то я уже подумываю на фрилансе концепт, чтобы ни у кого не... Да, легко. Да, на этом напиши на gamedev.ru, да и все. Там за 500 рублей тебе столько концептов нарисуют. Блин, у меня тут его нету. На gamedev пишешь.ру в разделе вакансии, все, там столько концептеров набежит, капец просто. Так, вот, слушайте, это даже я не видел еще. Дизайн классный, вот его бы, блин, как вот Миха отделать своего, у него этот орг был такой,
Прикольный. Тут его бы также сделать прямо. И вроде минимализм, да, не быстро делать. А вот если прям аккуратно там вот. Допустим, лицо доброе слишком. Ну, серьезно, вы когда вот делаете монстров, да, я ни камень, ни в чей огород, там, может быть, опыта нету, может, реально такая задумка была. Но вы когда делаете монстра, вы не делаете же его это, как ребенок, со взглядом ребенка, там, образно говоря. Это ж монстр, он страх должен внушать, а не это, не трепет там. Вот реально ему соску, ну, я еще раз говорю, это... Возможно, первая модель, там, я не знаю никаких подробностей, я просто говорю, вот как есть. Ему соску сюда, там, да, и, блин, он реально младенец такой. Вот, поэтому вот щиток, да, прикольно, красиво, вот это сочетание, белый, красный. Вот. По идее, в такой массе, да, у него сиськи должны немножко отвисшие быть. Советую. Да, Чугалот. Всем привет, Андрюх. Ты в каком формате выводишь текстуры из Substance? Я не из Substance вывожу, но на самом деле Substance обычно в TGA выводят. Я как-то помню, приложил то ли PSD, то ли JPEG в Unreal к текстурам, и мне вернули. Сказали, неверный формат текстур переделывай. Так что TGA пользуйтесь, он поддерживает альфа-канал прозрачности и, в общем, хороший, ну, в общем, стандарт. По-моему, еще единственный DDS, по-моему, есть формат, это такой в AAA. Он просто, по-моему, как-то самозапаковывающийся, какие-то текстуры их. Редко какой редактор может открыть, но вот они типа супер сжатые. Тарга. А, слушай, не знаю. Что, если у меня... Ну, тарга, не знаю. Смотрите, здесь он может быть недоступен, это потому, что у вас битность другая у картинки. Для этого нужно зайти в изображение. Режимы здесь на 8 бит переставить. И дальше нажать сохранить как. И вот здесь вот он. Да, Targa TGA. Он поддерживает глубину. Вот на 24 это стандарт. На 32 он будет поддерживать в каналах альфа-канал прозрачности. Вот в нем сохраняйте. Будет вам счастье. Везде проходит этот формат. А PNG не уверен. Он тоже, по-моему, поддерживает прозрачность, но... Он, по-моему, больше TGA по размеру. Не помню точно. Вот, то есть, нужно смотреть. Так, Виталий, ну, Центурионы я видел. Вот эта часть прикольно выглядит, а вот тут какая-то немножко каша у тебя получилась. Как по мне. Опять же, ну, может быть, задумка такая была. Каша не в плане деталей, а в плане того, что у тебя слишком крупные элементы. Текстура крупная очень. Вот ему бы очень пошло, если бы она была бы прям гладенькая. Потому что если мы посмотрим... Видишь, у него все ровное. То есть, вот если бы ты ровно сделал, твоя бы вот эта детализация очень круто бы выделялась. А поскольку ты слишком шероховатую сделал, ну у тебя слишком прямо оно прям в глазах рябит. Вот, если бы ты сделал гладенькое все, и вот тут вот не такую мега шероховатость, прям было бы гораздо шикарнее смотрелось, чем... Ну и вот тут вот как-то у тебя... Это что такое? Детализации на нормальке не хватило? Лесенка такая? Или так задумано было? В общем, мелочи, но они так вот на общее впечатление влияют. Ну и опять же лицо доброе, не знаю. Ну, морда прикольная, все остальное, особенно рука, по мне так среднего качества. Опять же, не знаю, как по задумке, но вот ориентир, да, хотелось бы именно по демонам. Это этот.
Блин, наверное, нет. Ну и тут Олег Егоров. Посмотрите, он сейчас демонов выкладывает. У него прям скульпты классные. Хотя, честно, ну, опять же, не камень в его огород. По покраске, может быть, стоило что-то получше сделать, чем он. У него все слишком блестящее какое-то, сливается. Вот, а вот по скульпту, тут чуть скульпты не дотягивает. Ну и покраска так к тебе. А вот эта вот часть прям более-менее классно получилась. В движке. Да, ну блин, ну вот как-то прям совсем, ну, общее месиво, да, выделены ямки там, все прочее, но вот эта вот общая текстура, ну как-то, блин, прям. Смотрю, ценообразование у всех одинаковое, 40 американских рублей. Ну, не знаю, я как-то давно уже говорил, что вы можете и 5 поставить. Но вы очень скоро поймете, что вы в свое время просто не окупаете по такой цене. А тридцатка это вроде как и вот что-то среднее, да. И если несколько раз купят, уже окупилось ваше время. Ну, если вы недолго делали, вот как я вот жука делаю, да, там, допустим. Ярко слишком, да. Я вот жука сделал сейчас, вот сейчас реально третий день, да, там. Ну, если не стрим, да, я бы сейчас за вечерок бы 4 скина набросал, и завтра бы я его уже, ну, может, завтра и выставлю еще, посмотрим. То есть 3 дня, то есть и поставлю его там по 30 баксов, его будут покупать. Там раза 3-4 купят, это, ну, сколько, десятка, да. 3 дня, 10 тысяч умножить на месяц, 100 тысяч в месяц, по идее, был бы мой оклад, если бы я их штамповал. Ну, я считаю, это неплохая сумма, поэтому... Ну так вот, из общих таких вот впечатлений оно и складывается. О, прикольно все смотрится, но единственное, что хотел бы спросить, если ты на стриме есть или в этом ВК мне напиши, вообще, как оно идет такое? Потому что я помню, в свое время же был этот скульпт на ArtStation, конкурс там Дикий Запад, и там вот индейцев этих просто кучу понаделали. И вот мне интересно, а тема-то как она вообще за это заходящая? Вообще берут такое? Так-то прикольно сделано, симпотно, цвета неброские, колорит выдержан, то есть все аккуратненько. Так-то, блин, нормально, в принципе, все. Так, ну давайте еще что-нибудь посмотрим и... Настю, по-моему, смотрели ее модельку. Да, тут я как понял, уже человек просто начал специализироваться на няшных девчонках. Но в целом-то круто, да, если на чем-то вот прям вот как этот у нас, где как этот Рейс-то, который полуголых анимешных баб делает. Вроде, блин, ну такая банальщина сейчас, этих баб просто полно, все их делают, пытаются. Но все равно заходит же. Слушай, много работ уже так. Интересно, а где тут все-то посмотреть, елки-палки? Ну ладно. Так. Тут в целом все классно, чуть ничего не скажу. Так, ну это уже прям совсем в дебри залезли. Андрей, приветствую, как дождался вашего стрима. Можно твоего, я не бабка старая. Ко мне можно на ты. Вот. Так, вроде все остальное просмотрели. Белый, выяснили мы, что белые лапы вообще не в тему. Честно говоря, это печально. Но мы можем сделать финт ушами. Мы сейчас докрасим белым, а потом просто прозрачный слой понизим настолько, насколько нам нужно. Вовремя зашла на стрим. Да. Да я особо ничего не обсуждал. Ну, слушай, ты молодец. Прям у тебя этих там посмотрел уже сколько? 16 моделей. Уже прям хорошо. Уже такой этот порог, в принципе, достигнут, когда там хотя бы баксов 300-то получается отовсюду. Это же нормально уже должно быть. 16 няшек. Правда, если бы одну супер голую за 1000 баксов,
которые там физон внешних половых органов хорошо настроен, я думаю, там быстрее яхту уже купила. Да, сейчас из Дубая нам пишет. По пустыне на корабле рассекает. Не, ну на самом деле смех смехом, а очень многие у меня, кто уже даже отучился, и ребята, которые не в студии пошли. Да, в студии, кстати, многие пошли. Уже прям пишут даже оттуда. Вот, смысл такой, в общем, кто отучился, у нескольких, многих, ну, как я уже на прошлом стриме говорил, ну, это как бы повод для гордости, в чем не сказать-то. У многих уже получается на стоках больше делать, чем их не основная зарплата на той работе, где они работали. Вот, то есть, ну, молодцы, что. Я прям таких уважаю очень. Добились, молодцы. То есть и на пользу все пошло. Да, кстати, по поводу продаж в этом месяце, если не будет еще никаких этих, пока продажи не очень, ну, видимо, люди решили это коронавирусу подготовиться и поэтому не особо сильно деньги тратит. Надо понимать кризис. И кризис он на всех влияет. Так, и давайте, чтобы это прям совсем не выделялось, хренакнем прозрачность на 50 в начале. Будь здоров, Андрюха. Распродажа на Юнити для азиатов разочаровала 11 числа. Да, как мы уже выяснили, у азиатов свой собственный рынок и очень даже неплохой. И я бы даже сказал, там большинство из наших моделей уже продается у кем-то другим. Так что устраивать для азиатов распродажу, ну, была как бы не совсем годная идея, как по мне. Будь здоровчик, да, буду. Так, бизнес. Андрей, а ты к себе берешь с опытом ребят или только новичков? Ну, как бы в последнее время задумываюсь о том, чтобы сказать организаторам, что брали только хотя бы тех, кто кнопки знает. Потому что, ну, к сожалению или к счастью, тоже не хочу никого обидеть, но несколько человек пришло, которые в кнопках путаются даже. И, ну, как бы просто вся личка завалена вопросами. То есть до этого было 40 человек и 24 вопроса, а сейчас занимаются люди, которые уже по 2000 вопросов задали. И им еще далеко до конца. И, в общем, как бы это немножко расстраивает. Это как бы не камень в их огород, и все понятно, если опыта нету, то вопросы должны быть. Но как бы это мне уже прям совсем печально, вот это, ну, когда каждый... Причем самое интересное, что меня расстраивает, что все это в уроках-то есть. То есть человеку достаточно указать, что там, допустим, это чуть дальше будет. То есть делай просто все по порядку. И, в общем, да, немножко вот это расстраивает, конечно. Ну, в плане им такой подход, что то вперед пытается забежать, то там вопросы, то невнимательность. И да, это, я думаю, связано с тем, что просто у человека еще пока опыта мало. И да, ну, как бы тоже делать ограничения только для профессионалов, а с другой стороны, а нахер я профессионалом? Только чтобы это, ну, сделать модельку, пройти и выставить на стоки только ради стоков, так это можно мне просто бабла закинуть, и я расскажу. Без этого, если там на стоке, да, как закинуть. Вот. Так, ну что, давайте попробуем пройти сейчас. А, слой создадим. И попробуем пройтись вот этим беленьким, да, с прозрачностью по верхам вокруг уже отдельных элементов. То есть я говорю, нюансов много. И да, преподавание это... Ну, я говорю, я в свое время-то начал, ну, уже 100 раз говорил, это не из-за денег, а просто так уболтать, знаниями поделиться. Мне что-нибудь в ответ присылают. Особенно меня радует после стримов. Я на стриме что-нибудь сделаю, а мне там через год человек напишет. Вот ты там на том-то стриме вот говорил, что ты эту штуку не понимаешь, а я вот
Вот, смотри. Я такой про себя думаю, мужик, где ты был полгода назад? Вот. То есть такие есть моменты смешные, скажем так. Но очень многие мне по факту прям присылают, и это прям очень приятно. Когда вот я что-то не знаю, и тут раз решение мне подкатили. Прям классно. А какие курсы ты можешь посоветовать по 3D-персонажам? Честно говоря, я их мало знаю. Из тех, с кем вот именно преподов я общался, я думаю, у Николая должен быть неплохой курс ЦИСа от Стила. Вот. Ну, мой, наверное, неплохой в чем-то. Но единственное отличие от Стиловского, то, что я не учу лепить. Я за основу болванку беру и учу уже как бы это сказать, я учу обходить то, на чем вы можете очень много своей жизни потерять. А это уже сейчас в данной ситуации в 3D не особо-то и нужно. То есть смотреть нужно, да. Что вам важнее? Если я учу сделать полностью модель, вот пайплайн, и чтобы это прокатило. То есть то, что дальше вы там сам обучением там догоните, там скульпт подтянете и так далее. Я только за, я никогда не говорил, что это не нужно. Но чтобы у вас мотивация появилась, вам надо хотя бы что-то сделать, хотя бы для себя. А чтобы для себя сделать, нужно это делать как можно быстрее. Потому что потом время уйдет, и, в общем, руки опустятся, и ничего хорошего не будет из этого. Вот, поэтому мой курс как-то больше на это нацелен, чем на показать вам там скульпт ZBrush. Я не скульптор, нифига. Я могу какие-то банальные вещи подправить. Там силуэт, форма мышц, там прочее. Чуть что-то дорисовать. Но с нуля я не нарисую ничего. Поэтому в этом плане из меня, скажем так, такой себе учитель. По скульпту там, как кто-то сегодня написал, в группе CGIALIS. Я могу посоветовать Рафа Гроссетти, и сколько должно быть написано, как хер ты к которому попадешь. Вот. Потом, что там, Павла Терехова, вроде как, я его, честно, лично не знаю, но скульпты у него вроде неплохие, не знаю, как он как преподаватель. Вот. Ну, то есть, вот такие моменты, да, то есть надо смотреть. Но еще раз я говорю, 3D это не только скульпт. Не думайте, что вы, если вы будете делать AAA баб голых, ну, скульпты, да, там, это прям все. Да, возможно, вы сможете устроиться куда-то на работу и там чисто лепить. То есть, ну, как сказать, ну да, лепить вот прям. У вас будет, как у профессионала, вот, вас будут оставлять, допустим, только лепить персонажей, только лепить там что-то. А все остальное будут делать, ну, как смотрел у Стил, у это, у Хузов этот Юрий Порубов, что раз, он все время мечтает об индусе, который там ритопологию будет делать. Ну, скоро, я думаю, этого индуса завезут в виде искусственного интеллекта, и он типа сможет уже сосредоточиться именно на скульпте. Ну вот вы, да, отучившись там, ну, познав дзен, там, опять же, это будет не год, а может быть 2 или 3, но если у вас время есть, пожалуйста, я что. Вы, ну, сможете скульптить, а дальше что? Вот, кроме скульпта вы ничего сделать не сможете, если не будете еще параллельно какие-то другие курсы проходить. Я говорю, тут палка о двух концах. Скульпт это да, но если хотите именно персонажей делать и без помощи кого-то, то вам нужно курс не по скульпту, да, там, от того же Гроссетти, да, он вас, ну, может, он научит вас там классную анатомию делать. А и все, и после анатомии-то что дальше-то будет? Ну да, а лайки пособирать? Не знаю, в общем, тоже сомнительно. В общем, нужно разносторонне развиваться. Надо знать все обо всем, ну, в меру. Вот, и как бы на своем курсе я просто показываю, как с нуля человеку, который первый раз ZBrush реально открывает, сделать персонажа и выставить его на продажу.
И у многих получается нехило. То есть, я говорю, я уже могу похвастаться тем, что у многих хорошо получается. Я говорю, которые ZBrush первый раз в глаза видели, не говоря уже о других программах. Вот. То есть я это на своем курсе обучаю 100%. Вот. А за другие я, к сожалению, не могу сказать. По рекламе, да, вроде у Хузов вот именно стил неплохой курс. Я не знаю там по всяким графтпанкам и прочим, по концепту, как у них курс. Вроде концептер прикольный мужик, но тоже ничего о нем сказать не могу. С Николаем-то я тем же общался. Вот, он такой приятный вообще не человек. Вот, поэтому, да. Потом, что там еще на слуху-то? Skillbox, у которого там основатель утонул, перекупавшись где-то там, или утопили. Хотя, я не знаю, как-то для заказного убийства маловато персона. Вот. Не знаю. Ну, а что еще-то какие? Ну, мелкие какие-то, с которых ко мне люди иногда приходили, и, то есть отучившись, пройдя курс там по ZBrush и прочим, и у меня спрашивали половину кнопок, как делать, ну как-то так. То есть это тоже не совсем такая приятная вещь, то есть видно даже по какой-то отдельной программе, вот курс человек прошел, а знаний не осталось, то есть практики мало было, мышечная память не сохранилась, ну, то есть знаете, как я говорю, чтобы допустим, я вот сижу, да, я забываю нон-стоп. То есть, допустим, я забываю, куда там я кликнул и так далее. Но фишка в том, что в нужный момент, это мышечная память называется, моя рука туда автоматом тянется. Я даже об этом не задумываюсь. Я потом думаю, а, точняк, вот эта штука. Вот, и это важно. А чтобы она выработалась, надо моделей много делать. Тут это, блин, это факт. Вот. А с культом, да, там, утоните в нем. Мы его Пашу на курс запишем, скоро стартуем. Ну, вроде как, насколько я понял, да, там в том же Сиджиалис люди спрашивали и, в общем, его рекомендовали. Но я говорю, я не знаю, не лично не знаком, ничего не буду говорить. Я только за. Я говорю, уже 100 раз говорил, что дело в том, что когда я пытался обучаться, а это было всего лишь 2,5 года назад, никаких школ таких в помине не было. Чтобы что-то узнать, это нужен писец был. Вот. И я говорю, хорошо, что вот нашлись люди, которые мне кто за халяву подсказал. Наподобие Максиму Бугримову, спасибо им большое. Кто за деньги мне там разжевывал это. Вот, но сейчас-то это же, блин, праздник натуральный. У вас целый курс есть. И у тебя уровень офигенный за 2,5 года. Это потому, что я сделал большое количество моделей, а не одну. То есть, знаете как, если у вас есть выбор сделать одну за год или сделать за год 60 моделей, поверьте, за 60 моделей вы приобретете настолько больше опыта, ну, в 60 раз больше. Поэтому, опять же, скорость тоже играет роль, и в ящик не делайте модели, тоже совет такой. Очень многие делают в ящик. Я посмотрел, даже ребята крутые на этом, ну, на CGI, ZBrush Group, не, в ZBrush нельзя выкладывать, где-то еще выкладывают свои скульпты, там красивые стилизяшки и прочее. Типа спрашиваешь, а куда дальше? В стол. Но это вообще трындец. В стол никогда не делайте. В модели должна быть финальная точка там. Куда ее можно применить. А если в стол будете делать, то вот так она в стол и будет уходить. Так, что там дальше? Доброго вечера всем, да, и тебе, Александр. Не знаешь, есть ли уроки по Физону в Unity? Один только видел, но уже не помню где. И все равно там придется париться. Физон в Unity, он просто... Смотри, там от разных версий зависит. В новую он получше сделан, а вот в той, которую я делаю, в 4, 20, 2018, 4.4, там, вот, допустим, скин юбки очень тяжело делается из-за того, что там какая-то тупорылая система точек. И в отличие от Unreal, эти точки настолько огромные, что их тяжело просто физически красить. Вот. Как-то, блин, это прям вообще выбивает, скажем так, из колеи.
Но уроков не видел я так прям. Не могу тебе ничего сказать. Да, смотрите, у нас стоит перспектива, и лучше убирать. Вот так, чтобы было. То есть не искаженное. Вот. Так, кстати, хочу выразить огромную благодарность Андрею за фидбэк по доспеху. Меня затравили на одной из групп, трекинг на Андрей не успокоил. Ну вот тоже по этому поводу. Еще раз смотрите, вы когда фидбэк просите, вы заранее готовьтесь, что вас с грязью смешают. Это практика 90%. Можете со мной поспорить здесь. Но я думаю, у каждого такое было, кто сейчас уже классно все делает. Я за вашу индивидуальность. Вот. Я даже когда обучаю, да, вы рисуете там что-то несуразное. Ну, в мерах, конечно, да. Я не буду вам говорить, что переделай это переделай. Нет, это ваше видение. И ваш стиль, он будет вас продавать. Если бы все изучали бы и делали все под фидбэк, под копирку, да, у нас бы была куча клонированных одинаковых работ без всякой личностной этой. Ну, то есть акцента на личность, а вас и покупают из-за акцента на личность. Ну, это образное выражение, да, вас покупают, но в большинстве случаев так и есть. Вот. И чисто из-за того, какой у вас стиль. И обратят внимание тоже. А вот если уже через определенное время вы понимаете, что он не пользуется популярностью, вот тогда уже нужен фидбэк и перестраиваться во что-то другое. Вот, но это, опять же, выясняется со временем. И фидбэк должен быть актуальный непосредственно по техникам там, как по мне. К примеру, тут затемнил, тут на нормальке пятно, тут у тебя ремень врежется там, допустим, от аниматора, да, приятно это услышать. А вот тут бы там кость немножко по-другому надо поставить, повыше или пониже. Вот это фидбэк. Ну, в большинстве случаев в группах, которых вы выкладываете, кроме поливания дерьмом, уж извиняюсь, ничего вам не скажут. Нормально. Тоже касается и по доспеху. На самом деле, там я почитал потом, в чем-то верно тебе сказали, у тебя он такой на камень похожий. Но опять же, ты можешь, это как бы на этапе скульпта, да, но это же можно текстурами вытянуть. То есть никто же тебе не сказал, что возможно, да, там он сейчас выглядит не очень, но ты на текстурах там его попробуй вытянуть в металл. Легко это можно сделать. Ну, тебе просто там наговорили хрени. Ясный перец, руки опустятся. Так, что это у нас такое? Это жопка. Похоже на мордочку динозаврика. Вот, так. Да, так, потом тот тип спустя 3 дня выложил свою работу, как какого-то фонарика. Я сделал вывод о том, что не каждый критикан адекват. Ну, я говорю, да, я говорю, вы когда выкладываете это, ну, это же очевидный факт. Это еще когда я 2D-шки выкладывал. Я же в свое время комиксы, вообще учился по комиксам рисовать. Вот, и я выкладывал. И, ну, вот эти такие, типа, всяких персонажей там, ну, не своих. Я никогда и не говорил, что они мои там. Ты просто выкладывал там всяких Бэтменов, Суперменов, баб. Ну, вот фан-фан-фанарт. И столько, и каждый раз, как вот выложу, и прям тонна херни. Вплоть до того, что, типа, блин, выкинь все, никогда не рисуй. Ну, это, блин, к этому иммунитет вырабатывается очень быстро. И понимаешь, что почитать нужно только каких-то отдельных ребят, там, которые конструктивно напишут, там линия слишком толстая там у тебя, то есть здесь акцент там неправильно поставлен, то есть, допустим, здесь надо на торчащем вперед бедре там акцент сделать, чтобы оно более эротично смотрелось. Ну, комиксисты, они же такие ребят, большая часть. Вот. И вот как бы на это, да, стоит внимание обратить, а то, что там тебе, типа, иди повесься где-нибудь там на карнизе, ну, блин, чего-чего, это вообще на это внимание не обращаешь со временем, и не надо. Часто слышно про полигонаж, а на какое, на количество загружаемых с персонажем текстур есть какое-то разумное ограничение? Да, в теории чем меньше, тем лучше. Это даже не разумное ограничение. На самом деле, когда ты делаешь на заказ что-то, тебе дают
четкие данные, ну, нормальный заказчик, не такой, который сделай мне красиво. Тебе дают четкие данные. Мне последний раз, я помню, когда я еще делал на заказ, сказали сделать нескольких персонажей постапокалипсис. Слушайте, мне там даже артбук к ним дали. Я его куда-то, я его прям аккуратно сохранил, но я его показывать не буду. Я не знаю, игра вышла, не вышла. Вот, но мне дали артбук охренительно нарисованный. Там персонажи были со всех сторон, с выделкой элементов. Вот, и к нему еще шло там, вот это из того, что я запомнил, 7 страниц текста. Вплоть до того, как делать запекание, чтобы не было вот этого, вот этого, вот этого. Там полигонаж, в какой лучше делать, там, чтобы не выходить туда-то, туда-то, туда-то. Я прям реально заценил. Это был на моей памяти первый такой вот прям... Когда где прям так разжевали все, что просто осталось только модель сделать по этой штуке. То есть это вот это классно было. А так, да, там количество текстур, конечно же, влияет. Но я сейчас просто не буду на стриме открывать. Но если мы сейчас с вами откроем того же Jedi Fallen Order, этого главного героя, да, то там, по-моему, 5 или 6, 4К текстур. 2К там и дальше ниже. Всего, по-моему, штук 16. И сам перс еще там, по-моему, под сотку тысяч, ну, под сотку тысяч полигонов. То есть уже как бы видно, ну, это AAA, конечно, но уже видно, что, блин, ну, как бы уже все next gen, по сути. То есть уже люди особо не запариваются над этим. Так. А тут чел, который делал из камня доспехи, типа по фактуре. Да, там что-то жестко накомментили. Ну, факт, я говорю, в том, что еще раз, надо, ну, я говорю, по существу же, я говорю, еще, ну, это как можно изруинить полностью, наслушавшись комментаторов, так и выправить. Причем, я говорю, выправить можно, чем хороша игровая модель. Ты же не скульпт делаешь, который вот ты сделал в хайпольке, и все, его нужно в позу выставлять и показывать. Ты делаешь лоу-польку, а лоу-польку можно исправить на дохренище каком количестве этапов. Допустим, плохую геометрию можно на ретопе поправить. Где-то отверстие можно добавить, где-то закрыть. Вот, то есть тот же доспехи камни можно на нормальку, да, допустим, когда запекешь. Вот, на нормальке можно их подтереть дополнительно, то есть убрать большую часть. Можно нормальку высветлить, то есть сделать ее более прозрачной. И вот эта текстура, да, она такая более мягкая станет, не глубокая. Вот, то есть, я говорю, нюансов до хрена. Но человек не сказали, сказать, что из камня, да, и полилось там. Ну, само собой, да, там как бы... А если ты еще и не знаешь, что так можно, то само собой там бум и все как бы. И жизнь кончена там, и вообще я пойду на завод работать. Не, ну завод правильно, надо поднимать отечественную промышленность. Но это не очень актуально сейчас, в данный момент, к сожалению. Да это я сам не ожидал. Мне предложили дворником работать. Кстати, слушай, неплохая работа. Я это не хочу дворников обидеть, это серьезно. Так, что свежий воздух. Правда, у нас что-то все дворники ковидом заболели, так что, как это сказать, в пандемии лучше дворником не работать. Тебе надо было им так написать, что мне тут сказали просто, что в пандемию это не очень хорошо дворником поработать. Так, сколько у нас уже почти нифига, мы тут 2 часа уже паримся с вами. Надо уже подзакругляться, наверное. Я вам дополню, чем я, чем я,
Сейчас меня забанят, у ребенка там на телефоне какой-то музон запатентованный, наверное, играет. Прям ко мне пришла с музоном на телефоне. Любашка, топай отсюда. А кто это? Это не знаю, это медведь бурый, схематично нарисованный. Мишка бурый. Пойдем, Любашка. Идите, мама сказку почитает, ты спать уже ложишься. Пойдем. Ну, так далеко. У тебя когда-либо терялось желание делать персонажа? Если да, то как справился? Вообще никогда. Я просто, видимо, фанатик. Нет, а смотрите, выгорают в основном, когда занимаются нелюбимым занятием. Ну, это все говорят, да. А я любимым занятием, я еще со школы рисовал всяких тварей, баб пытался. Ну, без слез, конечно, это не взглянешь, но сам факт. И я сейчас этим же занимаюсь. Вот я сейчас рисую этого жука, да, а у меня в голове вот как минимум 6 персонажей вперед. Уже с детализацией. Я уже знаю, как я их покрашу, какие у них анимации будут. И самое интересное, что они зайдут, потому что они уникальные. Я уже много раз говорил. Вы можете постоянно, вот тоже, кстати, к моим ученикам и к тем, кто на фидбэк сейчас сегодня, да, вы не замечали, что у вас у всех одно и то же, да, по сути. Рыцари, сделайте что-то уникальное, чего нету. И серьезно, это вы сразу поймете, какая разница. Я уже много раз говорил, почитайте мифы разных народов мира. Я вот сделал в свое время Вендиго, да? По идее, это всего лишь монстр из мифов североамериканских, там, по-моему, индейцев. Вы не представляете, как он зашел. Это, он просто настолько бомба, что он один делает в месяц больше, чем все 100 моделей, которые кроме него лежат. Там волк зашел, вервульф, медведь, верибир. Вот эти вот все персонажи там. Я думаю, если сделаете медузу Гаргону, она зайдет. Да, сделает. Но факт в том, что это будет уникальное первое. Но не нужно делать, знаете как, чтобы кто-то сделал лучше. Вложитесь и сделайте красиво. Потому что это реально зайдет. А всяких рыцарей. Я вот сижу сейчас и думаю, мне нужно бабу сделать скайфайную. Потому что у меня просто их нету в портфеле. Я уже знаю, как ее сделать, там какие элементы красивые, все. То есть у меня в башке образ есть. Я прекрасно понимаю, что их что-то дохрена. Этих баб скайфайных. Я сейчас открыл на том же CG-трейде, не говоря уже о турбосквиде там. И просто смотрю, и там что-то там 600 страниц и всех позже всяких разных этих скайфайных персов. И думаю, блин... А некоторых персов попробовал найти. Не буду говорить. Ну, говорю, вы сейчас стырите просто, пока я тут болтаю. Короче, некоторых персов открыл, ни одного нету, ни одной страницы вообще нету. Поэтому вот следующие у меня персики будут. Не на стриме буду делать, на стриме буду в скайфайный баб делать. А вот некоторые, причем они, знаете, на виду. Кстати, ну ладно, а что, давайте скажу, потому что я, наверное, завтра-послезавтра начну делать. После жука доделаю. Знаете, кого нету? Нормальных супергероев нету. Это банальность, да? Попробуйте набрать сейчас на CG-трейде суперхира. И нормальных вы не найдете игровых персонажей в этой стилистике. Их нету. А они, кстати, они сейчас это должны пойти. Сейчас сериалов до хрена. Та же игра «Мстители» вышла, которая, возможно, кому-то понравилась. И кто-то хочет переделать. Сделайте супергероя. Причем не такого, как там, да, этого клоуна размалеванного там. Вот, я типа до сих пор не понимаю, чем всем Харли Квинн заходит с тем же Джокером, который прям абсурдность цветов, по сути. А вот что-нибудь такое, там, ух, а-ля DC. Меня же сетинг с этих... Ну, не понимаешь? Да, это... Ну, ты сделай своего. Вот как ты видел бы супергероя? Там наподобие Бэтмена, там, в броне, там, да? Или там наподобие Флэша в супер-трико, там, обтягивающем.
И вот с дизайна, по дизайну прибавь. Посмотри, расцветки классные. Это же, блин. Какие там авторские права не на всех героев. Каждый герой уникален. Ты своего сделаешь, никто тебе ничего не предъявит, не переживай. Вот, так что это, ну, отмазка, что это авторские права. Такой самообман. Вот, но сам факт, да, вот. Вот, навскидку, тема, да, супергерой. Я говорю, посмотрите, нормальных нету. Это вот как и в свое время говорил про Минотавра. Сейчас наделали, да, но в то время, когда я говорил, ни одного не было. Воспользуйтесь, вот вам шанс. Правда, я на днях тоже сделаю и посмотрим, чей будет лучше. Ну, блин, тут вот уже прям такие спецы у меня появились. Тут в группе выкладывают, лайки просят, конкуренты хрену. Сделайте, я вам говорю, зайдет. Мифические существа. Вы думаете, вы все? Откройте это. Вон. Пожалуйста. Че, слабо вот такую штуку сделать? Ее нету. Я это сказал, потому что этих существ мы сейчас, если все вместе с вами соберемся и будем год делать, мы их всех не сделаем, а их нету. Пользуйтесь просто. Мне просто даже интересно, у кого что получится. Вот такую штуку сделайте. Да, проблемы будут с крыльями. Но больше, побольше если упор на сиськи, и на крылья никто внимания не обратит. Ну и погнали, это же все это. А то, что вы все делаете рыцарей клишированных, да, там с какими-то отличиями, да. Ну, их все делают. Да, они будут продаваться, но... Еще раз я говорю, ну это есть в Вове, но нету на стоках. Не, я видел на стоках, по-моему, хайпольку. Вот, и ну, пожалуйста, тут даже, говорю, ходить не нужно, вот, фигачите. Да, они там, как в большинстве, банальные, но вы их назовите там, то есть, презентажку сделайте хорошую там. И, ну, это не совсем хороший пример, можно покруче найти концептики, скажем так. Но сам факт, да, и вот, Андрея Перья как волосы, да. Плашками, делаешь три вида пера, а потом рассаживаешь их по крылу. Я не помню, сколько у птиц, надо посмотреть просто, как там есть. Структура крыла птиц. Ну вот, да, такую картинку открываешь. Ну-ка, любую из этих, я вот не вот это, по-моему, да. И вот тебе там, какие у нее перья есть и как рассажены. То есть длинная идет по нижнему ряду. И пошли там заполняющие. Ну, тут особо знаний не нужно, чтобы красиво смотрелось. Вот, все. Делаешь, прям можно одну полигональную плашку. Ну, или двух. И рассаживаешь. Это, на самом деле, крылья сделать элементарно. С хорошей текстурой пера. Вот, хорошую текстуру пера, как бы, нужно нарисовать. Только единственный плюс. А рассадить, ну, это время, да, единственное. Ну, быстро рассаживается. За день прям. Все рассадится. А дальше уже подгоняй, чтобы красиво смотрелось. Блин, я все хочу ангела сделать. Как вот я уже делал на заказ. Такой красивый ангел. Блин. Его выставить не могу, потому что за него деньги заплатили. А вот что-то наподобие сделать прям очень хочется. Ну, я говорю, не разорваться. Ну и тоже как бы мифология, да. Хотя Святая Церковь со мной поспорит по поводу мифологии. Но я считаю, что это мифологическое существо. Вот, пожалуйста, сделайте. Много ангелов игровых моделей на стоках. Ни одного нет. Я одного видел, по-моему, недавно. Ида выставляла, да, по-моему. Животные сложно. Да нифига. Болванку ищешь любого похожего существа, менешь ее. И на ее основании делаешь. Ничего сложного вообще нет. Я просто к тому, что да, много кто задает, там сегодня задавали в ВК вопросы по поводу этого, что лучше делать там начинающему.
Я уже много раз давно еще на стримах говорил, я это понял еще когда 2D стоками занимался, что самые ходовые работы это не те, которые ты там в душу вкладываешь, там месяц сделаешь, а те, которые ты делаешь под праздники. Это на 2D стоках. А на 3D стоках праздники, ну, если ты визуализатор, то, конечно, актуально. А если нет, то самое когда ходовое, это как раз вот эти вот моменты. Уникальный персонаж. Продается его уникальность. Но я говорю уже, тот же Вендиго прям настолько классно зашел, что слов нет. Вот. А почему зашел? А потому что вообще нет. То есть даже сейчас вы все начнете повально этих Вендиго делать, даже это будет мало. То есть человек просто, ну, зайдет, он, да, будет 10 Вендиго. Ну, выберет он, да, из наших Вендиго какого-то одного. А кому-то другому по стилю больше другой понравится. То есть, и он выберет другого. Я говорю, такие вот моменты, да, люди ж не всегда покупают там за супер качество. Кому-то стиль определенно нужен. Да, рассусоливать можно много, но это такие, знаете, как секрет, не секрет, но... Да, допустим, я сейчас сказал про мифических существ, а у меня еще на примете есть 5 веток, которых вообще нету, и которые я больше чем уверен, что зайдут. Поройтесь, я говорю, можно дофига делать рыцарей, скайфайных костюмчиков там, вот, то есть, ну, такого всего. Но это всего есть, валом просто, ну, серьезно, валом. Посмотрите просто, сколько страниц. И поверьте, многие делают круче вас, ну и круче меня там. Но нету уникальных там каких-то персонажей, которые вот человек ищет, да, допустим, для игры. Все же ищут уникального персонажа, никто не хочет делать там то, что у всех. Цепляет-то уникальность. И в этом случае, да, монстры лучше всего заходят, а уникальные монстры, они втройне зайдут. Ангела на стримах, гоу. Да, там особо делать-то нечего. Ну, я слеплю буквально грека, да, в броне, в шлеме. И крылья к нему приделала. Ну, можно, конечно, и на стриме попробовать. Я думаю, супергероя на стриме сделать. Но там, я говорю... Блин, просто говорю, как я уже много раз говорил, я же делаю одно и то же. Да, есть какие-то нюансы, но вот давайте про супергероя, да, вот. Как я себе представляю его подделку? Я возьму болванку. Не факт, что зибилдер у меня есть покруче. Более такие навороченные, чем зибилдер, да, к примеру. Вот. Возьму болванку, помну лицо, чтобы оно было, ну, как вот я хочу, там, да, более утонченное какое, ну, как мне кажется. Там банки поменьше сделаю. То есть современные супергерои, они какие-то все такие женственные больше. Ну вот из новых, да, там какие-то я смотрю тенденции. Такие все они хрупкие, там даже тот же Джокер худенький, там, к примеру. Или там, я не знаю, Дик Грейсон из Титанов. Прям его образ хорошо зашел. Думаю, что-нибудь такое может сделать. Вот, и вот наподобие этого сделаю Орлицу из DC, Ангел и супергерой в одном. Ну да, вот, я просто к тому, что нету этого, вот, есть хайпольки, есть для этого, как его, для 3D-печати, но игровых моделей нету. И вот надо поискать такие темы еще, может, найдете что-нибудь, мне тоже пришлете. Как это? Сделайте мне ответную любезность. Так что да, вот... А, да, рыцарей там и прочего. Ну, честно, вот по себе мне нравится тоже рыцарей делать. Так прикольно. Сидишь, доспехи делаешь, вот это все. Ну, это вот романтика какая-то в этом есть. Но, с другой стороны, подумал, там параллельно со мной до этого рыцаря еще там 20 человек делает, блин. Ну, вот это вот уже удручать начинает. И многие из тех, кто делает, делают лучше. Как это не банально звучит.
Так, все, я уже понимаю, что мне разговаривать не хочется. Вот поэтому это значит, что все, я уже устал. Давайте тогда, не знаю, завтра этих пауков закончу или нет. Но давайте через или послезавтра, или еще как, что там, когда у нас что будет? Сегодня вторник, среда, четверг. В пятницу, наверное, давайте попробуем тогда. Я думаю, что что-то типа супергеройской темы попробуем замутить. Ну и это быстро будет. Там все в обтяжку, доспехов никаких не будет. Вот. Либо супергеройское что-то, либо я буду прямо на стриме какое-нибудь мифическое существо делать. Пока не скажу, какое, чтобы, ну, как бы идею не своровали. Я знаю, вы можете, я в вас верю. Ладненько, все, давайте тогда, наверное, на этом закончим. Я тоже что-то устал разговаривать. Все, всем пока.